Актуально. Нашадр инфо. Масштабное строительство детского сада в новом поселке города Шадринска завершается. Остались отделочные работы и благоустройство территории. В непосредственной близости от учреждения находятся железные гаражи, принадлежащие жителям нового поселка. Как пояснил главный специалист земельного отдела КУМИ администрации города, они установлены незаконно, без разрешительных документов, игнорируя земельный и градостроительный кодексы. Но самое главное, таких объектов не должно быть вблизи детского сада. Согласно санитарных норм и правил, на сегодняшний день не может быть принят детский сад в эксплуатацию по причине нахождения вот в этой вот санитарно-защитной зоне, это 50-метровая зона, значит, от ограждения детского сада, значит, в связи с установленными металлическими гаражами. Ну, с гаражами вообще по сути. То есть это как объект, в котором, значит, присутствуют и горючие смазочные материалы и так далее и тому подобное. Вот. И они находятся возле площадок вот, прогулки детей, хотя вот детский сад вроде как бы и дальше, да, но поэтому в этой зоне нахождения не должно быть вот таких объектов повышенной опасности, можно так сказать. На сегодняшний день вот эти гаражи металлические, да, эти временные объекты, вот эта территория, это земли госсобственности. Земли госсобственности. Значит, люди не платят с нее налоги, которые не поступают в доход бюджета. Эти гаражи создают препятствия, опять же говорю, да, для приемки объектов. Вот. И вообще они здесь не должны находиться. Потому что разрешительных документов на сегодняшний день для использования указанных вот, земельных участков под гаражами нет. А согласно земельного кодекса, пользование землей у нас платное, и при этом пользование землей не должно нарушать строительных, экологических, значит, санитарных норм и правил. Хочется сделать акцент гражданам нашего города и попросить владельцев вот этих металлических гаражей убрать их до 20 числа этого месяца, для того, чтобы мы могли сдать детский сад. Вот. В случае, если они не уберут, естественно, мы будем применять меры административного воздействия. Какие гаражи мы не сможем найти владельцев, будут убраны принудительно. Вот. Ну, естественно, с составлением актов осмотра, с присутствием представителей полиции. Вот. Но чтобы не доводить до такой ситуации, хочется, чтобы люди поняли, для чего это надо. Это для наших детей, это для жителей города, для молодых семей. Чтобы они добровольно, без вот этих мер административного воздействия, эти гаражи убрали. Убрали до 20 числа. Если у кого-то возникнут вопросы, в какое место и куда их переносить, просьба обращаться в администрацию города Шадринска, кабинет 67, кабинет 69. Это руководитель КУМИ, это земельный отдел. В администрации города нашли решение проблемы, которое устроит все стороны. Для собственников выделены две специальные площадки, куда владельцам предлагают перенести гаражи и установить их уже законным путем. Оба участка расположены неподалеку, по той же улице Бажова и по соседней, Тюменской. Сознательные жители микрорайона уже воспользовались таким предложением. Для переноса гаражей у нас сформирован земельный участок по улице Бажова, примерно в 30 метрах западнее, для установки металлических гаражей. Часть гаражей уже, значит, в том месте установлена. То есть мы проконсультируем, объясним, расскажем, как оформить документы.